Всем привет, друзья, с вами Вестик. Сегодня мы поиграем в Дамбл Джамп, и у меня новые персонажи. Ну, тут один только вот этот, но он мне больше всех понравился. А в пиратах у меня вот этот, и вот этот, и вот этот. Вот этого еще нету, но он 100 тысяч стоит, очевидно. Ну так вот, давайте поиграем в ниндзя. Вперед! Вот смотрите, как он действует. Оп. 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 И так хоть до бесконечности, пока не стошнит. Так от своей шапки отталкиваться. Давай. Та-дам. Еще раз. Главное, чтобы под вами была досточка. Потому что если вы отталкиваетесь от своей шапки и его ни от что не отталкиваетесь, тогда, и опять реклама, тогда вы просто вниз падаете. Это очевидно. Так. Ну, а теперь давайте. Давайте поиграем в пиратов. Пираты. Это самый... Оу, нет. Ну, впрочем, да, это самое нормальное. Будем всех трех обозревать. Вот первый. Стреляет ножами. Но не очень далеко, как видите. Ой, да что ж такое? Так. Знаете, кажется, как будто у меня на зарядке планшет. И от этого как-то страшно поворачивать его слишком. Страшно вот что-то. Так, теперь возьмем другого персонажа. Сейчас. Так, заходим в меню. И берем вот этого вот. Play. Вот, он стреляет саблями и уже повыше. Но опять же, они не до конца долетают. Что-то лагает. Вот лагает сильно. Окей, вперед. Вперед. И только вперед. И последний. Вот этот. Он стреляет полностью далеко, а капитан так вообще тремя сразу. Но сейчас у меня есть вот этот. Капитана еще нету. Хотя у них у всех есть капитанская шапка, но я не слишком с пиратами знаком. Вот, смотрите. Он если куда-то стреляет, пуля точно туда долетает. Но она не в том смысле, что поворачивается, теплоуправляемая. Просто долетает до конца. А там вы ее уже не найдете в этом конце. Кстати, напишите в комментариях, какой у вас самый... рекорд большой. Вот у меня 26229 на. Так. Гюгл. Так. 3 минуты. Ну, 4 почти. Давайте еще раз ниндзя сыграем и будем заканчивать на этом. Не, мне серьезно нравится. Это реально. Это... Можно это видео назвать... Как это? Обзор джампиков, точно. Ну, я этих танков инопланетяшек джампиками называю. Они все-таки прыгают. И вот обзор джампиков разных буду делать. Ну, я и так его показал уже. Ну, я думаю, вы поняли. Так, опять... Не, ну, я поворачиваю... Гайд сильно почему-то. Окей. Так. Ну, давай. Давай! Не, ну...
Вообще. Я три раза нажал, все равно Flea Market заходит. Ладно, друзья, на этом мы будем заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня в мое видео попадает Арни Бро канал. Подписывайтесь на него, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Пока.